Михаил Заливака и Аня Богдан в новом интервью поделились подробностями отношений. После завершения съемок «Холостяка» Миша и Аня начали жить вместе. А согласно правилам проекта, они были вынуждены скрывать свои отношения до выхода в эфир последнего эпизода сезона. Именно поэтому 3 месяца пара никуда не ходила и проводила время в арендованной квартире. Аня рассказала, что за съемную квартиру, в которой они сейчас живут, платит Миша. Он мужчина, он платит. Я считаю, что женщина должна зарабатывать. Но те деньги, которые она зарабатывает, только ее. Но заработок мужа совместный, отметила Богдан. Миша согласился со своей избранницей. Он добавил, что считает такие обязанности мужчины правильными. Это часть воспитания, которая ему очень нравится. Мужчины должны заботиться о девушках. А когда девушка сама за себя платит, это не по-мужски. Потому что это часть заботы. Даже если это какие-то мелочи, это приятно, отметил Заливака. На вопрос о том, сколько денег нужно для того, чтобы Аня и Миша хорошо себя чувствовали, они не смогли ответить конкретно. «Странно жалеть деньги на то, что тебе нравится и что нужно. Я не понимаю людей, которые хотят что-то купить, но откладывают средства на что-то ненужное или то, чем не будут пользоваться. Да, у каждого разный доход, но прилагая усилия, можно хорошо зарабатывать и не отказывать себе в том, что хочется. Сейчас в нашей паре нет и в ближайшее время точно не будет ситуаций, когда я не смогу что-то купить себе или Ане», – рассказал Заливака. Также мужчина признался, что за месяц они тратят более чем $3000. А у меня на этом все. Услышимся.